Два мальчика и девочка с первого курса журфака под впечатлением от мечтателей Бертолуччи пробегают, взявшись за руки, анфиладу сквозных дворов с редкими аполитичными граффити. Несколько раз среди прочего крупно выписано «Зачем?» нетвердым гротеском. Попадают на итальянскую, влетают в подъезд с лепниной, заранее присмотренной, со сломанным домофоном. Мальчики начинают целоваться, расстегивая друг другу джинсы. Девочка пролетом ниже стоит на стреме у ростового немытого окна с видом на русский музей. Невнимательно листает номер городского глянца с первой публикацией одного из мальчиков в разделе «Клубное кино». В твоем авторском экземпляре прямо поперек заметки расписался красным маркером режиссер одного из фильмов, изловленный полгода спустя на Выборгском фестивале. На той же полке ты держишь фотографию мамы в юности и распечатанные из интернета тексты Портишет «Got to try a little harder, it could be sweet». Двух мальчиков и девочку вспугнула старуха с верхней площадки. Они скачут через две ступеньки, забывая подобрать отставленную одним бутылку шампанского и сброшенный другим серый плащ в тон городу. По темнеющим улицам, замкнув ряды, движутся подержанные машины, стреляет глушитель, мусорник горит на углу. Девочка пристает к прохожим на остановке, спрашивает время, сигарету, жвачку. Мальчики вспоминают, что надо застегнуть джинсы, отворачиваются к стене с газетным стендом. В часе пик заголовок «Петербург в ожидании Нордоста».